Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Рыбалка – это жизнь». И сегодня я вам расскажу, как сделать такую снасть, которая на прошлой рыбалке у меня отлично ловила рыбку. Ну вот и два крючка. Вот они, два крючка. Без насадки, без ничего. Вот эта снасть, которая сегодня работает лучше всех. Хороший карась, а не карась. Это примерно 400. Нормальный карась. Ну, что для этого надо? Для этого нужна самая главная проволока. Проволоку я применяю для сварочных работ. Диаметр проволоки 1 мм, нержавейка. Эту проволоку можно взять на любом строительном рынке. Ну, дальше. Круглогубцами делаю такой загиб. И вот здесь вот делаю такую вот петелечку, чтобы туда у нас не прошел это от макушатника узел. Ну и дальше делаю клипсу. Чуть подровнять ее. Так, теперь здесь я делаю колечко. Ну, так, для того, чтобы удобно было вставлять клипсу. Больше она ни для чего, в принципе, не надо. Можно и без колечка этого делать. Ну, немножко подровнять ее надо, чтобы она более эстетично смотрелась. Теперь делаю плечи. Плечи нашего коромысла. Ну, взял лезвие от ножа. Как в принципе какой-то образец, как это сам, как шаблон. Ну, теперь на краях делаю петельки. Колечки делаю. В принципе, ничего сложного. Все делается из подручных материалов. Ну, здесь вот осаживаю вот эти заусенцы, чтобы они нам не мешали при рыбалке.
Вот, в принципе, коромысло, склипсы и готовы. Значит, ну теперь что надо здесь сделать? Ну, почему я взял такой шаблон? Видите, вот мое коромысло получается как раз вот на кубик макухи ложится. И здесь будут свисать крючки. Теперь надо вот эти вот все места, вот эти, вот это место, закрыть термоусадкой. Уже сделал их миллионы маленькой тележкой. Все равно каждая получается по-разному. Теперь при рыбалке я заметил такую штуку. Что крючок попадал вот сюда вот, между вот этими петельками, с этой стороны или вот здесь вот, ну и закручивался и доставлял мне неудобства. Вот видите, вот сюда закручивался. Значит, чтобы он не закручивался, я здесь вот тоже поставлю термоусадку, и вот сюда, и сюда. Ну вот если со стороны клипсы, это еще в принципе легко. Вот оно, термоусадку уже нашла. То со стороны колечка это немножко проблематично. Ну, это колечко можно и сжать. В принципе, оно роль играет только для того, чтобы удобно было одевать клипсу на макуху. Вот просто держишь ее пальцами и одеваешь. Поэтому даже мало сжал, еще можно сжать ее, чтобы не рвать термоусадку. Это колечко, в принципе, потом можно и распрямить. Вот так, чтобы оно полностью скрыло все вот эти витки проволоки. Можно потом его сделать, а можно и не делать. В принципе, и так нормально. Ну вот, клипса готова. Так, теперь крючки. С крючками, конечно, интересная история, потому что нужен маленький крючок. Вот можно Golden Catch, я для себя такой выбрал, единичку. Ну, здесь вроде бы проволока не такая толстая, тонковатая. Вот здесь, вот на вот этих вот Golden Catch, вот десятка, здесь вроде бы проволока чуть получше. Поэтому я поставлю, наверное, вот такой Golden Catch, банановой формы. Парочка крючков нам хватит. Ну, поводки я делаю из поводкового материала. Ну, в данном случае у меня 0,25. В принципе, это не столь важно.
такая вот получилась конструкция. Ну и теперь самое интересное, как я вяжу поводки. Поводки я вяжу очень-очень короткие, как можно короче. Вот подвожу крючок к самому колечку. И вот даже вот на уровне получается поддева крючка, вот эта петелька под узел. И накручиваю его. Вот такой вот получается поводок, видите? Также делаю второй поводок. Ну вот, в принципе, и все. Вот такая получается конструкция. Ну, давайте сейчас соберем макушатник, и я еще покажу одну штуку, что я делаю перед тем, как забрасываю саму снасть. Вот такую леску использую, 0,7. Надеваю ласточкин хвост. Дальше, как обычно, 4 узла. Макуха. Сама клипса. Вот, кстати, вот здесь вот надо немножко доделать. Она слишком свободно входит. Это плохо. Леска должна с трудом туда проходить, чтобы она не выскочила с этой застежки. Вот он, макушатник, в принципе, в сборе. Ну, здесь петельку делаешь. Сколько надо, сколько тебе надо, отмеряешь только и делаешь эту петелечку. Какой длины тебе макушатник нужен. Ну вот, в принципе, макушатник в сборе. Теперь, вот перед тем, как я забрасываю, вот первый раз, когда вот бросаю, вот пока макуха еще не размокла, для того, чтобы крючки, они как-то не переплелись, не спутались, я сюда кусочек мастырки.
поставил кусочек мастырки, сюда крючочки. И все, и вперед. И забрасываем кушатник. Все, друзья, как ловит эта снасть, вы видели. Снасть уловистая, снасть рыбу приносит. Всегда и в первую очередь. Поэтому делайте такие монтажи. Нравится видео, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Информация, мне кажется, полезная. Все, будьте здоровы. Ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч!